Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хотел бы порассуждать на такую тему, можно ли при помощи психотерапии исцелить пациента полностью. То есть можно ли, воздействуя только через символы, через речь, подобраться к истокам его заболеваний и тем самым ему помочь его полностью излечить. Нужно сказать, что в этом случае при назначении психотерапии, а врач именно так ставит вопрос, он выбирает какой-то метод, он назначает какой-то метод, соответствующим образом нужно формировать и диагнозы. То есть, по сути, диагноз должен звучать как-то таким образом, что это посттравматическое стрессовое расстройство или у человека создался внутренний конфликт, да, то есть что-то, последствия, да, то есть каким-то образом нужно определять его, ну так скажем, диагностическую базу, подводить под это, да, то есть не просто так мы человеку что-то назначим, как вот в случае, если нейровоспаление у человека, если мы предполагаем, что в основе любых психических болезней существует нейровоспаление, значит, соответственно, и диагноз, он должен приближаться к диагнозу, либо это энцефалопатия, либо это, как сейчас появился такой диагноз, как холодный энцефалит, то есть некий подострый энцефалит. И, соответственно, разрешение этого процесса приводит к исцелению, ну или так, должно приводить к исцелению. Возвращаясь к психотерапии. Вот у меня, по моему опыту, сложилось впечатление, что вот если это касается каких-то внутриличностных конфликтов или межличностных конфликтов, то да, психотерапия может здорово в этом случае помочь. То есть в этом случае диагноз звучит как тревожно-депрессивное обычное расстройство, обусловленное нарушением приспособительных реакций, то есть расстройство адаптации. И вот проводя психотерапию в таких случаях, да, действительно можно значительно улучшить состояние человека или даже вывести его на вот такую ровную дорогу в своих ощущениях. Но как только вопрос касается какого-то экзистенциального плана проблем, то есть как только человек попадает в так называемый экзистенциальный кризис или на фоне депрессии начинает задаваться вопросами, для чего я живу, зачем ли я на этом свете, что будет после меня, что будет после моей смерти и так далее, развивая эту тему, то вот здесь любая психотерапия, даже включая так называемую экзистенциальную психотерапию Ирвина Ялома, абсолютно пробуксовывает, поскольку этот вопрос, ну, по сути, могут решить только священники. То есть, по сути, только религия. А вся психотерапия, абсолютно вся психотерапия, начиная с атеиста Фрейда и современными атеистами заканчивая, она практически лежит в плоскости антирелигиозной, атеистической, так скажем, парадигмы. И даже такой психоаналитик, фрейдист или постфрейдист, как Жак Лакан, пишет об этом следующим образом, что он, человек, примет деятельное участие в общественном деле своим повседневным трудом и заполнит свой досуг всеми щедрыми благами культуры, которые от детектива до исторических мемуаров, от общеобразовательных лекций до ортопедии группового общения дадут ему все необходимое, чтобы забыть о своем существовании, о факте своего существования. То есть человеку очень сложно
оставаться наедине с самим собой. И это вот эта большая, очень большая задача. И здесь, вот здесь уже, казалось бы, это психологическая сложность, это психологическая трудность. И именно психотерапия может решить этот вопрос. Вот она не может абсолютно решить. Религия, да. Как только человек понимает, принимает, точнее, эту религиозную, любую религиозную парадигму, сразу все встает на свои места. И вот этот экзистенциальный кризис, он разрешается. А вот при помощи психотерапии, то есть, да, вот то, что говорит, о чем говорит Лакан, о том, что ортопедия группового общения, и в том числе психотерапии, да, каким-то образом способна отвлечь человека от мыслей о собственном существовании, но исцелить его, излечить таким образом не получается никогда. Да, и вот к такому выводу я прихожу, анализируя возможности психотерапии на сегодняшний день. И все же, если, на мой взгляд, если вопрос касается лечения психиатрических болезней, то все-таки здесь какая-то лекарственная форма должна быть. Это может быть гомеопатия, что-то еще. Если это касается каких-то экзистенциальных проблем, да, значит, соответственно, нужно обращаться в религию. Вот такой у меня напрашивается вывод. Благодарю за внимание.